Компания MasterTel имеет очень масштабную сеть на территории Москвы и Московской области. Мы предоставляем практически весь спектр телекоммуникационных услуг. Это может быть и интернет, и каналы передачи данных, и облачные ресурсы. Ну, на сегодняшний момент у нас порядка 100 международных компаний, с которыми мы общаемся, с которыми мы работаем. Это и компания Verizon, компания Deutsche Telekom и компания BT Global. Да? BT, BT Global. Это компания Sparkle, это компания China Mobile, China Telecom. То есть это... Ну, перечислять их можно до бесконечности. Когда ты говоришь, что ты работаешь с операторами связи, да, будь то российскими, либо международными операторами связи, тут же задают вопрос, а зачем? Как бы у них же то же самое, то есть ты продаешь им то же самое, что они. Это не так, то есть они же конкуренты. Вот. Нет, конкурентов у нас нет, у нас есть одни партнеры. Мы заказываем у них услуги, присоединяем это к своим услугам, да, и уже в совокупе отдаем все это конечному заказчику. Тем самым мы складываем из маленьких-маленьких пазлов большую мозаику. Бизнес – это люди. Вот это правильно сказано, да, потому что ты в основном работаешь с людьми, ты не работаешь с бумажками, ты не работаешь, я не знаю, там, с деньгами, там, с этим, ты работаешь с людьми. У тебя есть определенные задачи, да, то есть мне руководитель ставит задачи для моего направления, да, какие-то задачи формирую я уже, как бы, исходя там, из своего опыта, там, знаний, либо там, не знаю, интуиции. Соответственно, ты подбираешь сотрудников под эти задачи, да, либо выращиваешь их. То есть это вот два направления, да, которые занимается руководитель. Телекоммуникационные компании всегда будут. Вот. Пусть их будет там, 1, 2, 3, 10, но они всегда будут. И там 10 в одном городе, 10 в другом городе, да, они будут там, может быть, крупнее, но они все равно останутся. Но это то направление, наверное, та сфера бизнеса, да, без которого на сегодняшний момент не обойтись. И мы стараемся, чтобы это всегда работало.